Что, молодежь, на камеру хотим что сказать? Мам, пап, сегодня мы пробежим 12 километров. Думаю, все будет классно. Ну да, на самом деле, сегодня суббота. Народу опять мало, но вчера был дождь, с утра был достаточно такой сильный ливень. Может быть, многие испугались, но я был все равно нацелен. Даже если будет он бы моросил немного, мы бы все равно побежали. Грязь, слякоть, бегать нужно. Сегодня мы побежим, там дистанция либо 9, либо 11 километров. Точно никто не отстанет? Нет. А может получиться так, что я могу отстать от вас? Как вы думаете? Нет. Почему? Я же терминатор. Ну что, побежали. Так, пробежали километр. Пока у нас 4 человека, никто не отстает. Посмотрим, что будет дальше. А я умный. Бой с тенью, поехали! Бой с тенью! Грязными руками трогаешь, негодяй! Пробежали мы с вами сегодня. Кто угадает, сколько? Как они? Мы пробежали 8,5 километров. Каждый делает два подхода. В одном подходе три упражнения. Первое упражнение на максимум подтягивания. Потом секунд 15-20 отдохнули. И делаем 20 раз вот такое упражнение. Узкий хват, широкий. We'll be right back.
пробежим 11 километров, так как мы сделаем большой круг и еще маленький. Ну, для меня это первый раз за 6 лет такая дистанция. В том году я бегал, но не так много. Вот, что, первый раз будет 8,5 километров бегаешь или нет? Да. Спортсмены клуба, присоединяйтесь, без бега дыхалки не будет. Одно дело постоянно бегать в одном темпе, это жиросжигание, сжигается калория. А другое дело, как здесь у нас в лесу с различными ускорениями. Обычные по прямой дистанции в горку, потом друг на друга. Вот, то есть у меня большая фантазия на этот план. И выносливость возрастает. А сейчас скоро соревновательный сезон начинается, поэтому Ярополк, я не могу вас заставить, сами понимаете, у вас отпуск. А также красногорцев, всех желающих с 12 лет, я тоже жду. Бегайте вместе с Ярополком!